этап. Есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Все. Отныне боли не будет. Радость моя, звезда в небе взошла. Она изменение наших судеб, ведь смерть побеждена. Младенцем в яслях хлеба и лучики тепла согреют Божьим светом. Пришла в мир чистота. Праздник Рождества. На-на-на-на-на-на-на-на. Рождества. На-на-на. Да, он пришел, Новый Завет. Любовь, надежда, искупление. Он вечный Бог, жизни вечный свет. Для нас грешных во спасение, ведь смерть побеждена. Младенцем в яслях хлеба и лучики тепла, согреты Божьим светом, пришла в мир чистота. Праздник Рождества. На-на-на-на-на-на-на-на. Рождества. На-на-на. Радуйся, Мать, Царя Христа. Солнце правда нам родшая, Духом Святым благословенная. Царица наша всеблагая, ведь смерть побеждена. Младенцем в яслях хлеба и лучики тепла согреют Божьим светом. Пришла в мир чистота. Праздник Рождества. На-на-на-на-на-на-на. Рождества. На-на-на.
Спаси Господи. Здравствуйте, мои дорогие. С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. Хотелось бы поздравить всех с праздником Рождества Христова. Это очень важный для христианина, для православного особенно день. Мы все радуемся, ликуем. Вот, в мир вошел и воплотился Христос. Вот, а сейчас мы слушали песню, которую нам исполнил Сергей Гудаев. Он приехал к нам издалека. Сергей, расскажи о себе. Да, здравствуйте еще раз с телезрителями. Поздравить тоже хотел присоединиться. Поздравляем Рождества. Я приехал из Ельца. Есть такой город, Липецкая область. Вот. Сам я автор-исполнитель. Тоже пишу песни, музыку. Я поэт, то есть состою в Союзе писателей России. Вот. Много раз номинировался на многие премии национальные. Это как поэт года, это Союз писателей, лирика года, дебют года, наследие. Вот недавно была такая замечательная встреча в городе Костроме и знакомство с великим князем Георгием Михайловичем. Ну, в общем, занимаюсь вот так вот творчеством. Mm-hmm. И это тебе приносит доход, да? Я бы не сказал. Ты на это существуешь. В основном я работаю в совершенно другой сфере, на жизнь зарабатываю. Это как бы образ жизни, наверное, музыка. Mm-hmm. Это то, что естественно живет в каждом человеке. Душа просит, да? Душа просит, да, несравненно. То есть некоторая часть твоей жизни вот, творческая, да? И ты себя реализуешь. Когда ты это, как ты это почувствовал, что ты творческий человек? Хотел вам еще побольше чуть-чуть рассказать. Да. Дело в том, что я еще до сих пор пою в архиерейском хоре. У нас в Ельце пою в храме, в Елецкой Матери Божией. То есть с детства я в церкви. У нас замечательный владыка Максим, который очень наши хоры все приподнял. То есть храмы восстанавливает. То есть в своей епархии появилась наконец-то. Много концертов проводит. Огромную такую творческую деятельность ведет. Тоже творческий человек. А как началось творчество и как все к этому пришло, ну, это с далекого детства началось. То есть мои родители, все бабушки и прабабушки, все были верующие. То есть, поэтому я всегда был в храме с детства, в воскресную школу ходил. То есть это как бы естественно в жизни было. А сестра регент, ну, она заканчивала музыкальную школу, а потом как хоровой дирижер закончила училище, потом университет. И так что музыка звучала всегда в доме. А такая история произошла, я учился в православной гимназии. И, как всегда, был непослушным ребенком. Когда говорили «одевайся, одевайся», как раз погода была зимняя. И я выбежал и простудился очень сильно. У меня был страшный отит. Причем он дал осложнение. Я оглох на оба уха на 50%. То есть 50% оглохнуть, это вы сами представляете, не слышать ни машины, это не слышать ни людей, ничего практически не слышать. И когда в свое время, то есть родители меня привели к врачу, врач пытался помочь, но он сказал, что уже все, бесполезно. Я могу максимум то, что в моих силах, при его случаях, которые у него были в жизни. Я могу только сделать так, чтобы дальше слух не падал, но ребенок будет инвалидом 100%. Ну, так как по вере вашей воздастся вам, как Господь и говорил, и я верил, и верю до сих пор в это. Я молился всю ночь, читал Акафист Матери Божией Казанской, потому что как бы она всю жизнь нашу семью охраняла. И то, что мою маму благословляла бабушка на свадьбу, и так далее. Угу. Читал Акафист Тихону Задонскому. Молился горячо, вот, детской вот этой молитвы, искренней, настоящей. И на следующее утро я проснулся, весь гной на подушке, я все слышал. Я пришел к врачу, врач был удивлен такой, врач, его зовут Бехманеш Вильце, вот, ухо, горло, нос. Он был удивлен и сказал, такое я впервые слышу. Такого, это чудо, Бог есть, и он веровал тоже в Бога. И вот с этого как-то и пошло творчество. Пошло, знаете, стихи, музыка. То есть как вот, настолько естественно, как бьется сердце человеческое. Mm-hmm. Вот, все. То есть Господь тебе открыл. Открыл, да. Слышание, слух. Такой, слышание, да. Ну, спой еще что-нибудь. Вот как раз про эту тему. Угу. Я не только на свои стихи пишу, да, и бывает пишу на других авторов. Ну, я сейчас хотел немножечко свой стих прочесть. Угу. Можно? Который... Да. И исполнить песню «Молитва». Это на стихи Иерея, отца Романа Алексеева. Он мой замечательный друг и тоже и коллега в чем-то, и наставник. «Я не ищу
пред Богом оправдание. Грехов житейских тянет груз. Живу все время в ожидании и на коленях пред лампадой молюсь. О, сколько будет испытаний на шатком жизненном пути! О, сколько ждать еще страданий, какой дорогою пройти! Я рад кресту на теле бренном, который греет верой грудь. Он говорит мне: будь смиренным, когда пойдешь со мной в путь. И не ищи пред Богом оправдания, а помни о грехах своих. Твое спасение, покаяние, воскреснуть, жить среди живых. Святая Богородице, непорочная Матерь Божия, призри, Матушка, на смирение песнопение осторожное, упокой в яслях милосердия мою душу во спасение, Богом данная нам заступница, непрестанная под покров честный, ко пристанищу прими меня, глаз зывающий, утоли печаль, боль сердечную, скорбь души моей, бесконечную, ой, нахмыкалась, горемычная, во гресех моих. Жизнь привычная, поспеши на зов, всем помощница, без тебя душа, беспризорница, дар божественный, опорочил я, о, всепетая, моя матушка. Богородице, ты прости меня. Такая вот песенка. Ну, мы сейчас, хотел сказать, тоже сейчас двигаюсь, как бы, в творчестве пошли подъемы. Приглашать вот тоже начали на многие места. Вот и Кострома, и Воронеж, и 13-й международный фестиваль. И вот сейчас номинирован на национальную премию «Русь» в связи с рождением Сергея Александровича Есенина 3 октября. В следующем году будет награждение в Доме литераторов в Москве. У меня есть студия. Мы сейчас наконец-то собрали студию в Ельце. Стас Дёшин, друг такой замечательный, который профессиональный звукорежиссер. И то есть как бы мы записываем сейчас в данный момент альбом. Вот готовлю как раз сборник стихов своих в следующем году. Ну, тоже на тематику, конечно, и духовную, и любви, потому что ничего не чуждо.
человеку. Ты на взлете, да? На взлете, как бы, да, да, очень приятно. И то, что эта тема духовная, тебя радует, ну, то, что ты можешь это все самовыразиться. Да, это да, самое главное. Это настало время. Да, да, знаете, вот так и есть. Всему свое время, как и у Сираха еще было сказано. Время любить, время детей растить, время ненавидеть, там тоже было сказано. То есть всему свое время, до определенного времени. Пришло время петь песни. Раньше, да, знаете, как-то было... Ну, творчество не такое глубокое. Оно было более какое-то поверхностное, потому что такой бунтарский период был, переходный возраст, рок, все такое. Хотелось протестовать против чего-то. Сейчас уже все совершенно по-другому. Сейчас уравновешенная, спокойная жизнь. Может быть, в силу кратности возраста, осознания уже всего, которое вот через сердце свое, да, пропустил жизнь свою. Ну, поэтому сейчас пришло такой вот период созидания, сказал бы так, наверное. Ну, а почему именно гитара? Ну, во-первых, скажу так, дело в том, что это более прагматично, наверное, с собой ее взять и поехать выступать куда угодно. Очень удобно. Но, с другой стороны, я играю на многих музыкальных инструментах, так как у меня все-таки я получил образование. Также я играю на духовых инструментах. Валторну я в свое время освоил, в духовом оркестре долго играл. Потом рояль, соответствующий пианино, это мой основной инструмент. Как, поэтому я, к сожалению, вот нет здесь инструмента, я бы больше Рождество бы исполнил. Мультимузыкант, да, как бы получается? Ну да, как бы развивался, учился, хотелось просто все. Сейчас как раз время вот все эти таланты применять. Углубляешься вот туда, духовную тему. Ну, вот как ты сказал, что ты такой человек, который воспитывался в православии. Это же сейчас у нас новые люди. Мы воспитывались в Советском Союзе, нам запрещали верить в Бога. Ну, и говорили, что Бога нет. А ты уже родился, вот интересное ощущение человека, который и родился в такой среде, и сейчас плодотворно ну, продолжает вот, существовать. Как ты вообще ощущаешь этот мир, когда воспитывался именно в православии? Очень, мне очень интересно. Ну, скажу вам, как есть, в любви я ощущаю этот мир. Я люблю всех людей, на самом деле, всех. А был у тебя такой молодежный языческий период? Ты был? Конечно же, был, но... Ты не отрицал никогда Бога? Не отрицал никогда Бога. У меня был только... Бывал такой период, когда немножко я был расчарован. Расчарован именно в том, что не так, как все написано. Бывает, люди себя ведут немножко по-другому. То ты есть, в людях такой... разочаровывался? Да, больше как бы в людях, ну, в силу кратности возраста. И как бы для меня раньше было немножечко вот неправильное представление. То есть я считал, как вот священник – это наместник Бога на земле, и как-то вот, а не то, что это служитель Божий, то, что... а было немножко другое представление, и поэтому как то бы… То есть ты идеализировал, идеализировал, да? Но все потом мы, были конечно... иллюзии разрушены, и ты немножко заволновал, да? Да, взволновался. А потом вот что тебя вот как бы так вот вернуло или не вернуло? Вернуло. На другой вот этап? Как бы вот я хотел вам сказать, вот что? То, что вот почему я в рок в свое время ударился. Угу. Потому что я когда учился в православной гимназии, нам запрещали заниматься спортом. Как-то в основном. Как-то нехорошо. Нас готовили как-то к будущему священству. Вот. Направление было такое. Угу. Но еще дело в том, что были такие периоды, все мы мальчики, все мы ребята, хорохоримся, бывает, и ссоримся. И дело в том, что меня доставал один мальчик в школе, я ему давал сдачи, но по-другому он не понимал. А меня за это наказывали, я просто не мог понять, почему. Я все-таки, в принципе, прав был, дав ему сдачи, потому что он по-другому не отставал. Вот, и поэтому как бы... То есть ты не мог подставить щеку да, по-евангельски? Да, такой период был. И просто что хотел сказать. Ну вот... Вот священник, который у нас там был, он с нами общался как со взрослыми, но все-таки все равно с детьми надо немножко по-другому. И поэтому вот был такой период разочарования, но потом прошло время, я все осознал, все образумился, все Священное Писание уже и по-другому. И благодарен, да? И благодарен, и очень уважаю всех священников, которые Слава были Богу. Со мной, которых я знаю. Слава Богу за все. Ну, вот, значит, сейчас у нас... в нашем мире православном появляются люди, которые рождены в православии. Меня это очень радует. И это внесут, ну, это знамя. Вот. Ну, еще что-нибудь спой, Сергей, потому что очень хочется, чтобы ну, как можно больше послушать. Хорошо.
как раз вот из альбома я как раз и пою. Вот как раз актуально то, что вот эта песня была написана 10 лет тому назад еще. И оказалось, она, на мой взгляд, актуальна. Потому что вот когда в больших городах оказываешься, я все-таки провинциал, хотя, несмотря на то, что работаю в Москве и часто бываю в Москве, все равно я провинциал душой и сердцем. И вот чувствуешь вот это вот суматоху города, вот это вот. Все спешат, все стремятся. И вот я, у меня родилась такая песня «Колокольный звон». Я думаю, сейчас все поймете в ней. Я в основном ее как-то исполнял всегда в дуэте с человеком. Он меня на второй гитаре подыгрывал. Ну, попробую сделать так. Доступно, понятно. «Колокольный звон». Это музыка и стихи мои. Колокольный звон в небе синем благовест дыму мирском. И напомни звон Бога миру, что грехом одним живем. Расскажи всем звон правду вечную, кто ж еще поймет душу русскую? Иль забыли мы, что творили? Храм взрывал отец или дед, воду привезли заграничную. Порог их садом строим власть свою по их подобию. Душу травим табаком. Расскажи всем звон правду вечную, кто ж еще поймет душу русскую? Опустел ведь храм модным поколением, лучше дискотечный хлам. И вот так живем в гордом опьянении, и греховный пьем стакан. Расскажи всем звон правду вечную, кто ж еще поймет душу русскую? Очень много суеты в больших городах. Это очень-очень чувствуется. Вот. И что Питер, что Москва, это большие города. Ну, мне кажется, что, знаете, что в последнее время, как бы вроде, да, вот идет, да, то, что люди духовно, да, они идут, духовно идут в храмы. И очень много в храме молодежи, много людей. Но вот современная эстрада, допустим, да, современная музыка, я бы назвал ее коммерческая музыка, которую вот навязывают, она не ведет ни к чему такому.
И вот, знаете, сейчас вот много где я бывал, да, вот разговаривал, общался, сейчас людям не хватает именно вот таких песен духовности, где именно вот человек вот, вот затронул бы струнку его души. Потому что вот сейчас уже никого не удивишь, знаете, вот этим веком нашим гаджетов. Сейчас, пожалуйста, любые инструменты продаются, все продается, и вот это бах, драх, джих. Уже никому ничего не удивишь, а таких глубоких песен я сейчас мало слышал, чтобы кто-то исполнял, чтобы вот реально вот за душу хватало, чтобы это... Как бы вот, ну, как сказать, даже не понимаю. Развернулось, а потом... Все-таки музыка — это универсальный язык. И настоящий язык — это все-таки разговор. Разговор души. Это разговор сам с собой, разговор с Богом. Это как молитва, да? Точно так же. Ведь невозможно заставить любить человека против его воли. Невозможно заставить и петь человека против его воли. Поэтому эти чувства очень близки. Да, спасибо, Господи. Сергей, у нас передача заканчивается. Первая часть нашей передачи. Вот, мы встретимся на следующей неделе. Сейчас наша передача подошла к концу, дорогие мои. Еще раз вас с рождественским праздником. Вот, Божьей помощи вам. С нами был Сергей Гудаев из далекого города Ельца. Да. Вот, слушали его песни. И до скорых встреч. До свидания.